ребята, с вами Познавайка ТВ и Алина. Привет, ребята! Сегодня мы с Алиной будем разрезать такую вот замечательную пиццу. Она состоит из нескольких кусочков. Алина мне в этом поможет, да, Алина? Да, я очень хочу попробовать! Так, возьмем вот такой вот ножичек. Алина, ты будешь мне помогать? Ребята, запомните, все острые режущие предметы можно использовать только вместе со взрослыми. Так, Алина, помоги мне, пожалуйста, разрезать пиццу. Бери ручку. Давай отрежем первый кусочек. Ой, как там сложно режется. Так, отлично. Давай с этой стороны еще раз отрежем. Один, два, второй кусочек, три, четыре, пять, шесть. Давай вместе посчитаем, сколько кусочков у нас получилось. Один, два, три, четыре, пять. Правильно, все правильно. Шесть кусочков пиццы. Ням-ням-ням. Ням. Осталось. Один, два, три, четыре, пять. Один кусочек съем я. Давай посчитаем, сколько кусочков у нас получилось пиццы. Один, два. Давай посмотрим, сколько кусочков пиццы у нас осталось. Один, два, три. То есть было шесть, три съели, осталось три. Ой, что-то мы объелись пиццей с тобой, да, Алина? Давай еще кого-нибудь пиццу угостим. Конечно, давай, у нас осталось целых три кусочка. Может быть, позовем кого-нибудь? Я знаю, скоро должна подойти Барби. Может быть, она захочет попробовать кусочек? Здравствуй, Алина. А что это вы тут делаете? Барби, как хорошо, что ты пришла. Мы как раз кушаем пиццу. Будешь с нами? Я как раз проголодалась и не прочь перекусить. Конечно. Присаживайся. Ням-ням-ням. Ням. Ребята, оставляйте свои имена в комментариях. В следующем видео я передам вам приветы. С вами была Алина, Познавайка ТВ. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и смотрите новые видео. Всем пока! Пока-пока! Всем привет! С вами Познавайка ТВ. Сегодня мы вместе с Алиной откроем такой замечательный парикмахерский набор. Давайте посмотрим, что там внутри. Так, открываем. Какой замечательный чемоданчик. Сколько здесь всего? Так, плоечка у нас здесь есть. Так, а это что? Так, это, наверное, насадка от фена. А вот и сам фен. Так, одеваем. Работает. Будем оленьи волосы сушить.
ножнички. Такие удобные. Розовенькие. Красивенькие. Зеркальце. Как цветочек. Что здесь написано? Love you forever. Love you forever. Красивая. Расчесочка тут у нас такая. Тоже с бантиком. Вот такая вот розовенькая. Так. Зеркальце. Алина будет у нас в зеркальце смотреться. Тоже розовенькая. Отрываем пленочку. Еще одна расчесочка. Много разных расчесочек. Наверное, они для разных причесок у нас предназначены. Это, наверное, это духи. Как вкусно пахнет. О, еще одни духи. Так, эти духи есть. И вот эти. Так, подухари малину, чтобы вкусно пахло. Помада. Заколочки. Мишки. И пяточки с ручками. Зеркальце у нас тут также есть со звездочками. Сейчас мы сделаем Алине прическу. Пострижем немножко кончики волос, чтобы были красивыми, чтобы было все ровненько. И сделаем красивую прическу. Уберем волосы с лица, чтобы они не мешали. Чтобы Алина, как мама, была у нас красивая. Возьмем расчесочку, такую сердечком, написано sweet. Расчешем и сделаем две прядки возле лица. Берем одну прядку, отделяем ее с помощью расчесочки. У нас специально такая расчесочка плоская называется. Мы отделяем одну прядочку. Отделяем одну прядочку, крутим ее, закручиваем настолько, насколько возможно. Прикрепляем с помощью заколочки сбоку. Вот так. Другую прядочку справа. Также закручиваем. Так, и закрепляем с помощью заколочки. Как мама красивая. Так, закрепи. И даем посмотреться Алине. Накрасим губки безопасной помадой Алине. Аккуратненько. Оденем такое вот ожерелье сердечко. Такое красивое, розовые бусинки. Ребята, оставляйте свои имена в комментариях. В следующем видео я передам вам приветы. С вами была Алина, Познавайка ТВ. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и смотрите новые видео. Всем пока! Пока-пока!